Как говорится, однако здравствуйте, и это Вян, и давно я хотел сделать подобное видео. Собственно, что вы от меня просите, это Гитлер играет. Я вам сейчас хочу показать одно видео, которое я вот сейчас реально сел по приколу записать, и что обнаружил, все-таки все это время просто на моем канале творилась такая жесть, вы сейчас все сами увидите. Извиняюсь за такое качество и за такую съемку, но по-другому я ничего не могу предпринять, так как у меня так подгорает. Просто посмотрите на все вот эти видео. Это мой второй канал. Вот он, собственно, да. И на него я выложил по приколу видос с Гитлером. И смотрите, что тут просто. Жалобы на нарушение авторских прав. Везде, повсюду. Вот просто. А на одном видео вообще посмотрите. Тупо страйк. Просто страйк закинули и все. Все. Не может оно никак показываться. Вообще не может. И какие выводы я делаю? То, что Гитлера снимать, это самоубийство. Мне рано или поздно закину страйк, и все, пока-пока, Авиан и его творчество. Не знаю, как выкручиваться с этой ситуации, если из вас есть какие-то лихачи, прям такие жесткие, которые могут, собственно, обойти эту систему, мне посоветовать что-нибудь, то, пожалуйста, помогите. Ну и вот, вы сами все увидели прекрасно. Вот серьезно, мне кидали на моем канале раза три, наверное, страйк. Это в году 19-м один раз и в 20-м, по-моему, два раза страйки кидали мне. Приходилось удалять видео. Я удалил свыше 5 видео про Гитлера, на которые я тратил тогда, ну, дня 3-4 примерно. И вот, собственно, я даже не знаю, ребят, что сказать, у меня просто нет слов. Я никогда на это внимание не обращал, но вот сейчас мне просто тоже страйк прилетел немножечко. Я, если честно, обосрался. Поэтому сейчас я отправляю заявки на апелляции, подаю, чтобы мне хотя бы монетизацию одобрили, ну и страйк обойти как-то. Пытаюсь там выкручиваться, писать то, что вот это видео на всеобщее обозрение выставлено, и ничего такого плохого в его использовании нет. Надеюсь, меня поймут все люди, которые, вот эти вот правообладатели, конечно, не гондоны еще те, но что с этим поделать. Пока что без Гитлера посидим, ребят, я что-нибудь придумаю, у меня есть много времени, вы там не скучайте по нему особо. Он уходит в отпуск, считай так. И поэтому, ребят, я что-то буду думать. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел это видео. Ну и что могу сказать? Гитлер умер.